Бусинка. Алло, привет. Гринка солнечная. А кстати, солнечная. Вы знаете, она сейчас у меня лежала в супервизор контейнере, и она со вкусом таким земельным и пыльным. Когда она сейчас полежит, у меня проветрится, она немножечко другие вкусы раскроет. Там я сейчас не могу вам пока вот прям конкретно описать. Но несмотря на то, что у меня земельный такой вкус, мне нравится. Маш после куска. Честно, не тем, чем хотела совсем. Я тогда знала, схожу, полечу зубки. Не знаю, что мы